Любой мужчина пытался отрастить себе усы, не стали исключением и знаменитости. Для некоторых представителей культуры этот элемент имиджа стал визитной карточкой, главной составляющей образа. Сложно представить популярных усатых актеров без этого атрибута, но такие фото иногда все же встречаются в сети. Канал «Интересная инфо» представляет подборку самых известных усачей российского и мирового кинематографа. Михаил Боярский. При упоминании российских актеров с усами первым на ум приходит Михаил Боярский. Усы и шляпа – неизменные атрибуты образа актера как в жизни, так и на экране. Однако мало кто знает, что в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Боярский использовал накладные усы. Актер долго отращивал усы, но во время завивки гримерша случайно сожгла часть волос на них. Чарли Чаплин. Самый узнаваемый актер с усами – Чарли Чаплин, работавший над старыми голливудскими комедиями. Бродягу в котелке, с тростью в руках и аристократическими замашками в поведении знают и любят ценители немого кино. Однако это просто кинообраз. В жизни Чаплин выглядел совсем иначе. Сам он признавался, что добавил в образ бродяги усики, чтобы выглядеть немного старше. Прославленного советского и российского кинорежиссера Никиту Михалкова трудно представить без густых седых усов. Даже дочь кинодеятеля признавалась, что разочаровалась бы в отце, сбрей он усы. Однако таким Михалков был не всегда. В сети попадаются старые фото режиссера без растительности на лице. Известного американского актера и рестлера Халка Хогана также мало кто видел без усов. Блондин с длинными белыми усами отчасти покорил поклонников именно этим элементом образа. Спортсмен ухаживает за усами, регулярно подкрашивает и подравнивает их. Вид звезды городка Ильи Олейникова без усов приводил в полный шок даже его самого. Актер настолько привык к этому атрибуту, что не сбрил усы даже для роли Кисы Варбьянова в фильме «12 стульев» в 2005 году, хотя режиссеры настаивали на этом. Известный зарубежный актер Дэнни Трехо обладает внешностью, характерной для отрицательных персонажей, которых мастерски исполняет вот уже многие годы. Так он блистал в фильмах «Дети шпионов», «От заката до рассвета», «Мачете» и других. Соответствовать образу помогает и неизменный атрибут его образа – густые усы. Лысые представители шоу-бизнеса также любят отпускать усы. Хотя главная сфера творчества Александра Розенбаума – музыка, в кино музыкант часто появляется с красивыми и аккуратными усами. Иногда на сцену Розенбаум выходит с бородой и усами. Этот образ артист выбрал еще в молодости, поэтому без усов он запечатлен только на детских фото. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и включить колокольчик. Будьте с нами интересно! Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи!